Доска позора увековечит лица горожан, которые без зазрения совести рвали тюльпаны на одной из центральных клумб областного центра. С таким заявлением выступил мэр города Вячеслав Сверчков. Случай вандализма на мобильное устройство запечатлел один из жителей Иваново. Происходящее на площади Пушкина не оставило его равнодушным. Цветы рвали и взрослые, и дети. Некоторые выдирали растения вместе с корнем. Благодаря этому видео город теперь знает лицо своих героев. Хотелось бы обратиться к жителям города, чтобы такие случаи, ну, пресекали по возможности, потому что, ну, кто-то же там был рядом, можно было сказать кому-то, одернуть того же ребенка 10-летнего, который там вырывал цветы. Никакого не будет большого наказания, не будем мы отлавливать, может быть, целенаправленно этих людей. Хотя вот сегодня предложения у меня в том числе и в Твиттер идут много, что все-таки надо бы найти людей и показать, но просто, ну, чтобы люди могли, в том числе, может быть, и в камеру извиниться перед жителями города и сказать, что это недопустимо. В среду днем тюльпаны, которые устояли от нашествия ивановцев, благополучно выкопали представители подрядной организации. На месте уже отцветающих тюльпанов в дню города на клумбу высадят другие цветы. Мнения общественности о случае вандализма на площади Пушкина разделились. Кто-то ругал горожан, кто-то высказывал недовольство властями, которые должным образом не следили за порядком. И даже многочисленные видеокамеры, установленные на центральной площади, не помогли уберечь городскую клумбу. Все окраины, куда ни приедешь, улицы Лежневские, там Сосневая и все остальное, они без благоустройства, без цветов. Только центр, возможно, это вызывает какую-то агрессию или же недоброжелательство. Я не виню граждан. Вот лично я защищаю и писал сегодня городским властям, что нужно оставить граждан в покое. Надо сажать цветы, чтобы это было обыденностью, чтобы город был в цветах. Это недорого стоит. Но, к сожалению, власти пока только сокращают бюджет на благоустройство. По нашей информации, доска позора на площади Пушкина должна появиться вскоре после дня города. Ее установят неподалеку от многострадальной клумбы. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.